данном обзоре мы рассмотрим проводную оптическую мышь фирмы Detach модели DE5033G. Данная мышь обладает технологией слежения G-Laser Double Lens, которая обеспечивает преимущество по сравнению с оптическими мышами и позволяет более плавно и точно отслеживать перемещение курсора практически на любом типе поверхности. Чувствительность мыши составляет 1000 dpi. Из-за нескольких вариантов расцветки, а именно серой, красной и черной с оранжевыми вставками, мышь прекрасно подойдет как для женской половины пользователей, так и для мужской. Интерфейс подключения USB 2.0. И при этом не нужно специально устанавливать программное обеспечение. Просто подключите мышь, чтобы начать работу. Стильный и эргономичный корпус, глянцевое покрытие, подходит для работы как правой, так и левой рукой из-за своего симметрического дизайна. Мышь совместима со всеми операционными системами. Общее количество кнопок 3 и колесо прокрутки. Скорость сканирования 3000 кадров в секунду. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.